Ну да, тяжелая игра получилась в связи с полем. Поле не давало играть в футбол, поэтому было больше борьбы, больше единоборств, чем футбола. Но мы старались, хотели выиграть сегодня. Создали пару хороших моментов, особенно в первом тайме. Думаю, если бы забили, было бы нам легче, конечно. Ну, поле не позволило играть в футбол. Вот, поэтому было больше борьбы, опять же. Конечно, хотелось забить, создали пару моментов. А соперники, команда хорошая, тоже билась, создала моменты. Но я считаю, мы заслуживали на победу. Ну, сейчас следующая игра, ты понимаешь, да, как бы ее цену, какие мысли по этому поводу, что нужно делать? Конечно, только выигрывать нужно, ничего не остается, как в этой игре. Виходили, грали тільки на победу. Ну, так стало, що зіграли 1-0. Ну, перемога і нам потрібна була, ну, заколтали. Ну, та, ну, вони завжди віддаються арену. Команді такий дух бійцівський, тому тут нічого дивного немає. Зараз, коли пройшов коридор для роздягання, всі так тепло зустріли тебе, відчуваєш, що ніби вдома? Та, ну, в принципі, як відчуваю? Звичайно, радий всіх бачити. Був у мене тут хороший період, я здружився з хлопцями, колектив завжди прекрасний. Ну, про Полтаву завжди тільки будуть теплі спогади.